Два дня в Темиртау перебой с городским транспортом. Люди стояли на остановках по 40-50 минут и не могли дождаться автобусов. Пассажиры уверены, причина в том, что с 1 мая внедрили систему безналичной оплаты проезда. Я сегодня стояла на остановке 50 минут, автобусов не было. Там такая толпа была. Люди все возмущены, я опоздала на работу. Обстановка в Темиртау с автобусами очень сложная. А такси по драйверу минимум за 1000-1500 начали ездить. Автобусы такие, как 07-14, ходят очень редко. Накануне курсировали только маршрутки, и те переполненные. С 1 мая в Темиртау начала работать система «Унай». По неофициальной информации, водители попросту устроили саботаж, так как электронная система оплаты не позволяет получать нелегальные доходы. За первый день работы «Унай» самый крупный автопарк города собрал выручку всего в 63 тысячи тенге. Водители объяснили невыход на линию тем, что им не на что купить топливо. Обычно они оплачивали солярку из тех денег, что собирали за проезд. Теперь пассажиры либо рассчитываются картой, либо ездят зайцами, так как контролеров всего два на весь город. По данным автопарка, зарплата водителей до 450 тысяч тенге. О размерах неофициальных доходов руководство только догадывается. В автопарке намерены дополнительно набрать на работу контролеров и водителей. Я бы это назвал шантажом. Пользуясь тем, что у нас нехватка водителей, это раз. Пользуясь тем, что внедряют сейчас новшество, вот это электронное билетирование. Два, водительский состав просто этим воспользовался. И вот сейчас выделяют такие требования, которые невыполнимы.